Здравствуйте, ребята! Продолжаем тренироваться с вами правильно говорить звук С. И сегодня мы будем с Кважиком. Здравствуйте, ребята! Ой, Кважик, прости, пожалуйста, я даже забыла предоставить тебе возможность с ребятами поздороваться. Молодец, что ты не забыл. Я буду начинать, а Кважик вместе с вами будете повторять. Ничего себе! Я, например, хочу сам начинать. Нет, Кважик, ты можешь тоже начинать, если ты знаешь какую-то чистоговорку. Ты знаешь чистоговорку? Что это такое чистоговорка? Чистоговорка — это когда повторяется один и тот же слог, а потом какая-нибудь рифма интересная. Например, ся-ся-ся, вот и песня вся. И что же тут такого интересного в этой рифме? Ну, во всяком случае, нам надо с вами звуки повторять и звуки учить. Поэтому давайте не вредничать, не безобразничать и не капризничать. Начинаем заниматься. Раз, два, три, поехали! Си-си-си... Си-си-си, едет Сима на такси. Едет Сима на такси. И не передразнивайся. Си-си-си, си-си-си, едет Сима на такси. Молодцы. Ся-ся-ся, теперь вы. Ся-ся-ся, мы поймали карася. Молодцы. Мы поймали карася. Хорошо, ребята, хорошо, Кважик. Только смотрите, язычок дома, зубки друг с дружкой встретились, как друзья. Не дерутся, не жмут друг друга. Зубки улыбаются и рядышком, да? Ся-ся-ся, мы поймали карася. Повторим, язычок дома и ветерок холодный. Ся-ся-ся. Мы поймали карася. Правильно. Сю-сю-сю. Сю-сю-сю. Маша съела кашку всю. Маша съела кашку всю. Ась-ась-ась. Ась-ась-ась. Вот и кошечка нашлась. Мяу. Ой-ой-ой, это не кошечка, это кот Васька наш, Василий. Забыли уже? Ась-ась-ась, ась-ась-ась, вот и кошечка нашлась. Молодцы, за нами повторяйте. Ось-ось-ось, ось-ось-ось, шел зимой по лесу лось. Ось-ось-ось, ось-ось-ось, шел зимой по лесу лось. Улыбнулись, лось. Угу. Се-се-се. Се-се-се. На скамейку сели все. На скамейку сели все. Молодцы, ребята. А теперь слушайте внимательно. Я говорю начало, а вы думаете, какое же продолжение может быть? И этот слог повторяйте вместе с Кважиком, желательно, конечно. Вася в речке караси. Си-си-си. Си-си-си. Молодец, Кважик, молодцы, ребята. У осины два гуся. Ся-ся-ся. Ся-ся-ся. Да, точно, правильно. У... Приходите в гости все. Се-се-се. Се-се-се. Какие вы молодцы. Сёма выпил весь кисель. Сёма выпил весь кисель. Се-се-се. Се-се. Не. Сель, сель, сель. Все окончание повторяем. Сель, сель, сель. Молодцы. На двери кривой косяк. Сяк-сяк-сяк, сяк-сяк-сяк. Правильно. Не боюсь гусей совсем. Сем-сем-сем. Сем-сем-сем. Тяжело траву косить. Сить-сить-сить. Сить-сить-сить. Какие же вы молодцы. Все, мы позанимались. Приходите к нам еще. Занимайтесь. Научимся говорить лучше всех. Будем с вами. Кем мы будем с вами? Я лично буду телеактером. Телеактером? Это что такое еще телеактером?
Может быть, актером ты будешь в театре или в кино, или телеведущим, например. А я буду телеактером. А я буду кинокосмонавтом тогда. Буду летать в космос, но только в кино, понарошку. Ладно, ребята, кем будете вы? Интересно узнать. Пишите нам скважикам письма, отвечайте на это видео. Очень приятно с вами заниматься. Пока-пока и до встречи.